Всем приветики! 7 марта, раннее утречко. Посмотрела за окошко, сколько температура, и как стояла, чуть не села. Минус 17 градусов. Это что такое? Это что за морозы? Алло, хватит, зима, давай до свидания. У меня сегодня с собой куча пакетов. Я уже отвезла на работу подарок для бухгалтера, для Ольги Александровны. Здесь у меня подарок для Саши на день рождения. У него был день рождения 28 февраля. Подарок я не отдала. Вот, но она знает, что он есть. Потом здесь для Ольчика. Там конфеты, веточка ландышей. И вот такие вот таблетки шуточные. Ёбушки-воробушки, сколько же у тебя проблем. Закидайся колесами, и все пройдет. Вот это для Ольчика. Это у меня для Саши. Дуняшиной мамы на 8 марта. Тут конфеты и вазочка. Достану, покажу. Вазочка красивая такая. Вот, вот такая вазочка. Гляньте, и вазочки веточка. И там еще вот такая вот маска для лица от баньки Агафьи. Натуральные ингредиенты. Все хорошее. Так, это для Саши два пакета. Дуняшке я потом подарок заберу. Я сегодня буду забирать к себе на выходные. Это для Наташи, там тоже конфеты, сладости, маска, веточка ландыши. И вот эти вот конфеты, мне кто-то спрашивал, что за конфеты, я забыла название, я вам покажу. Я их опять нашла на Озоне. Вот такая вот кондитерская фабрика ленинградская. Здесь чернослив, курага, финик в глазури, да, это должно быть очень вкусно. Кстати, они даже без названия. Вот так вот. Как я вам скажу, что за название? Никак не скажу. Ну, короче, вот так выглядит. Ищите. Я на работе в перерывах между работой листаю всякие новости, смотрю, где что сейчас происходит. И мне порой в комментариях пишут, что в Украине, да не порой, частенько, нет никаких националистов, нет этих нациков, их просто не существует. Что говорить, если по государственному каналу Рада говорят такое? Сейчас я вам включу на украинском языке, потом переведу. Хочу, чтобы все москали зникли. Зникли земли просто. Знаю, чтобы они все были мертвы. Я вважаю, что эта нация токсична, ее не має бути взагалі. Хочу, чтобы все москали... Короче, я хочу, чтобы все россияне исчезли, я хочу, чтобы они умерли, и что эта вся нация токсична, то есть независимо, военные мы, не военные, просто такие, как я, как кто-то, как ребята, которые работают на нашей работе, вот. Она хочет, чтобы просто все умерли, и чтобы никого из русских не осталось. И это разве не национализм? Еще какой национализм? Попробуйте мне доказать обратное. А у нас продолжается рабочий день и продолжаются подарки. Подарили вот такую классную штучку. Это надо опускать молоко в горячее, оно там должно растаять. И эта штука ирландский виски от шоколадной ложки до небес за 60 секунд. Представляете, что только не придумают. Еще подарили другие подарочки, вкусные, но я вам их покажу дома. Зашла домой, а тут тебе, ух ты, Коля купил хризантемы, какая красота. Так, надо их разделить с этими цветами, потому что каждый цветок должен в своей водичке стоять, чтобы они друг друга не загубили. Так, смотрим вкусные подарочки. Это молочко, это наша... Мурманская, ну не Мурманская, Мурманской области, Мурмаши производства. Вот, опять же, наш местный творожок и местная свининка. Да, у нас тут выращивают свиней. Это очень дорого, но это очень вкусно. И вот это вот местное производство, местно выращенные свиньи, нам всем дали по пакетику. Поэтому такие подарки, они очень даже кстати. Затем смотрим подарок от Ольчика. Это... конфетки, шоколадные конфеты с вишней в ликере. Затем полотенечко, затем чаек. Так, здесь что-то вкусное, какой-то вкусный чай. Компоненты Greenfield Redberry Crumble. Короче говоря, вы поняли, да, что я ничего не поняла, но чай я люблю. И я знаю, что он будет вкусный, я просто уверена. Затем вот такое прекрасное, замечательное, красивое
мыло через упаковку не занюхаю. И затем что-то вот в этой коробочке сейчас открою. А здесь у нас вот такое тоже замечательное зеркальце для сумочки. Знаете, какая прелесть, какая красота. Спасибо, Ольчик. Спасибо большое за подароночки. А еще у меня есть вот такой вот букетик тюльпанов. Это подарили на работе. И еще на работе нам подарили по денежке. Так что вот такая вот красота. Надо все расставить, как положено. Сейчас минут через 20 поедем за Дуняшкой, за собакой-барабакой. Попьем у Наташи кофейку. Вот, поедем ненадолго, потому что у нее дальше опять ученик. А Дуняшка сейчас занимается с ней английским языком. Вы знаете, кто прилетел? Решка прилетела. Ты моя хорошая девочка. Вот она, Решка. Вот она, славная. Это голубка, которую я спасла прошлую зиму и выпустила. Было два голубя, орел и Решка. Вот Решка прилетает. Орла давно не вижу, но сейчас она сыплю зернышки. Я сейчас посмотрела, на лапке есть меточка, зеленое колечко, и это 100% Решка. Насыпала зернышки, и сразу куча-куча голубей. Матушки, ты такая худенькая, ты такая худенькая маленькая. Покажи паспорт, покажи свою ножку. Ну, ты моя девочка хорошая, ты моя плегозия. Не знаю, кто-то заметил, зелененькая. Покажи лапку, вон она мелькнула, лапка своя зеленая. Моя ты кралюшка. Моя ты девочка, моя ты Решка, я так рада тебя видеть. Ты меня помнишь, ты умничка. Ты умничка, благоразумничка, да? Да, моя маленькая, ну, боюсь, я скажу, вот два. Там орла среди вас нет. Я вижу, что орла там нет, потому что оперения никакого орла. Вон, видите, зеленая на лапке? Вон она, зеленая на лапочке, зеленая на нашей лапочке. Решечка моя славная. Моя красивая девочка, моя девочка, лапочка, кушай. Троглодиты два. Но если я начну прогонять этих, то она тоже испугается и слетит. Слетит моя девочка. Ой, как я рада тебя видеть. Ты даже не представляешь, что ты такая худенькая. Ты худенькая, ты зиму пережила, тяжело было, да? Тебе тяжело было? Прилетай теперь ко мне, прилетай, буду тебя кормить. Буду подкармливать, все будет хорошо. Ой, теляпочка такая. Да, заглядывает. Слушайте, представляете, сейчас орел где-нибудь тут в этой куче. Нет, не вижу. Орла нету, так его бы хотелось увидеть. Там здоровый должен быть гуль уже. Он на тот момент был большой. Ну это что за стадо такое, друг подружки? Коля очень хотел ехать со мной, но у него прихватила спина. И он дал мне деньги, чтобы я купила Наташе цветы. Я купила ей такой вот букетик. Посмотрите, какой красивый. Но хочу сказать, что особого выбора не было. В основном тюльпаны и типа таких букетиков. Но это тоже красиво. Я так думаю, сейчас фоткаю. Коле покажу, что я купила от него. И хоть у меня дома есть мимоза, я все равно купила себе веточку мимозы, букетик мимозы. Поставлю, пусть стоит, пусть долго радует меня. Такой букетик стоит 250 рублей. Итак, няша-дуняша, собака-барабака. Мы уже в машине, уже с Наташей попили кофейку, наболтались по-быренькому, да? Сколько у нас время было, полчасика, поговорили обо всем. Едем к нам домой. Прям любишь ее, что ли, да? Когда ты шапку эту сменишь на другую? Дуня выставляет свои причиндалы, прибамбасы. Это руку я и заказывала на Алиэкспрессе. Одегла ее, пожрала. Я не вижу. Тут есть сундучок, который я не должна брать ни в коем случае. Дуня не видит, поэтому я сейчас его возьму. Что? Что? Дай сундук вот этот. Что? Не дам, нельзя. Фу. Глади, нам же сказали фу. А это маме. А маме открытку, глянь, да. Какую. 8 марта, национальный день представителей женского пола. Ты тоже представитель? Да? Нет. Партии женского пола. Даже только родившихся девочек. В общем, счастья и улыбок, здоровья, любви, милоты, денег побольше. Молодец. Никогда не грустить и, конечно, долгожи. Жития. Люблю, мамочка, гори ярче звезды. Какая ты умничка, какая красота. Ну-ка. Ух ты, и внутри тут цветы, бабочки. Дуня, что молодец. Вообще здорово.
Очень красиво, мама оценит. На, убирай куда-нибудь, чтобы это все не помять, и Глэдди, чтобы не съела. Я разобралась с цветочками. Все у меня теперь стоит, все я обрезала, добавила салициловую кислоту. Вот эти вот букетики красивые. Это все красивые. Вот букетик мимозы, я их немножко обрезала. И вот эту вот вазу я обещала показать. Вот мошка летает. Мошка, зараза такая. Ну, вон, видишь, мошка летает. Ты убила птичку. Нет, это заводится ли в земле, или иногда улиток. Вот мошка иногда появляется. Так вот. Такую же вазочку, только красную, я подарила Лорику. И такую же, только зеленую, я купила себе. Гляньте, какая классная. Ага. Да? Смотрится здоровски. И вот тут у меня тюльпанчики. И сейчас посмотрим подарок от Наташи, что Наташа мне придарила. Выложила подарки от Наташи, я сразу ошалела от того, что я увидела. Шелковица белая, сухофрукты. До этого она мне дарила крыжовник, сухофрукты я съела, очень вкусные. Никогда в жизни не видела, но чтобы была шелковица, сухофрукты собственного производства из наших садов. Шелковица вообще редко где мне встречается. В Воронежской области она есть, но ее не очень много. Так, где же ты растешь? Республика Армения. Ничего себе. Коля дремал, проснулся. Кобелина. Какая-то тебе кобелина. Потом вот такие вот крышки, которые подходят на разные емкости. Ну пусть она радость свою выскажет. Коля еле хромоножка, еле идет. Все, 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 хватит. Ну все, Глэдди, ну пусть поздоровается ты с тобой. Спину намазала, я так замерз, не знаю. Я зашла, смотрю, ты укрылся, обогреватель включил. Ну да я замерз, не могу, и ноги, и все замерз. Короче, старость не радость. Так, Дуня, а я тебе это... Ягодные эти купил. Так. Печенюшки. О, кстати, у меня же мороженое там осталось. Да. Потом вот такой вот чай черный, клубника со слива, со сливками. Коля шуршит. Мацеста чай. Это я уже показывала. Надо было раньше приходить. Потом вот такие вот патчи под глаза. И затем вот такая вот свежая косметика. Наташа мне про нее говорила. Алоэ крем для лица увлажняющий. Это... Крем очень хороший, здесь все натуральное, его надо быстро пользовать, то есть открыл и в течение месяца надо использовать. Уже вечер, какие наши дела, Дуняшка пошла в магазин, я вожусь на кухне, сделала вот такое вот овощное, завтра пойдем к родителям, это для папульки. Кстати, Коля был сегодня у родителей с утра, купил цветы, тоже такие же хризантемы, как и мне, поехал туда к ним. Подарил маме, вот, неожиданно, без звонка, без предупреждения. Мамочка очень обрадовалась, конечно, очень приятно. Кстати, один цветок почему-то вот осыпается. Слышишь, тебя подсунули, да? Ты у нас тут диверсант облезлый. Готовить сейчас буду только овощное, потому что папа соблюдает пост, мама только по здоровью соблюдает пост, потому что даже это грех, если ты себя плохо чувствуешь, соблюдать строгий пост. Так что она будет смотреть по своему здоровью. И пост продлится с понедельника сегодняшнего дня по 23 апреля. Великий пост. У меня есть календарик, поэтому я все это слежу. Сама я не пощусь. Вот, может быть, со временем когда-то начну, но пока я... Не пощусь, но родителям готовлю так, как положено. Потом еще купила овсяное классическое не молоко. Сделаю на нем блины. Делаются они без яиц. На муке с мукой. Ну, короче говоря, мука, масло растительное, яйца и содопогашенное уксусом. Все, нормальные блинчики получаются. Я уже пробовала. Мне еще сбрасывали рецепт. Два человека мне сбрасывали блины на воде. Я его еще не смотрела, не читала. Надо будет посмотреть. По-моему, там ссылка на YouTube ведет. Блины на воде, если они делаются тоже без яиц, то прекрасно подойдут к постному столу. Надо глянуть, что за рецептик. Если они постные, то тоже попробовать приготовить. Дедушка Сережа звонит. Это Сашин папа. Что делаешь? У Лены сижу, с тобой разговариваю. Звонишь, так мама трубку не берет, где она, не знаю, где она, но сообщения она мои читает. Читает. А ты чего хотел от моей мамы? Секрет, она не только твоя мама, она еще его, ее дочка, его дочка. Все равно, мне все равно. Привет, Сереж. Ага. Привет. Спасибо. Где-то на улице, да? Да,
А, ну я слышу, что там шкребет. А ты, значит, лечишь племянницу? Да я забрала, Наташа наш была на этом, на английском. Вот, блины делаем. О, а еще масленица? Ну, не масленица, просто Дуняха на утро блины любит, поэтому... Хорошо, ну ладно, давай, ешь чипсы. Спасибо, дедушка. И не кричи там сильно. Диалоги тет-а-тет. Я говорю, да, веди себя культурно. Я, как всегда, свое. Ладно, давай. Давай. Наши последние новости. Дуняша поговорила с дедушкой, это... Сашин папа, деда Сережа. Это я сделала блинчики для Сашин папы. Сашин папа? А, сына. Дуня. Дуня. Ой, это шо. Это не шо. Так что вот так, вот эти блинчики останутся дома. Эти поедут, пойдут завтра к папе с мамой. И... А я, а мы, а к нам. И ты. И барабака. И вот эти блинчики сделаны на немолоке, без яиц. Так что... Гляньте, как они выглядят. И на внешний вид от обычных блинчиков совсем не отличается. И на вкус, я хочу сказать, тоже очень вкусно. А теперь посмотрите, кто у меня валяется посреди кухни. Коля закрылся в комнате. Он отдыхает. Закрылся, барабаку не пускать, потому что она ему мешала. Я кинула барабаке одеяло. Это старое одеяло. Свинки у меня на нем гуляют. Я его стираю, но стирается нормально. И кинула барабаке это одеяло. Барабака его сама себе передвинула, перестелила, переложила. Короче, сделала себе гнездо. Да. Да. И несет яйца теперь. Ты курица теперь на яйцах сидишь, да? Ты курица на яйцах? Так, сейчас... Ну, здрасте. Здрасте. Няха искупалась. Чистая, пушистая, красивая. Я сейчас тебя укушу. Ну, кусаться. А время? Время 21:33. Мне еще монтировать надо, малюха. Кто там на экране? Ты какая девочка хорошая. Пригожая, на меня поглядывает, косит. Ну. Yeah.